Здравствуйте, опять у нас ночная съемка, но сегодня хотя бы с фонариком. Мы сегодня участвуем в Хэллоуине 2021. Закрытие оффроуда сезона. Мы выехали на хард маршрут. Мы сегодня едем на УАЗике, на новом, куплен 2 дня назад. И, как всегда, Костян. С завода, да. 73-го года, законсервированный кайф. Что у нас здесь? Военные мосты, 33-е колеса, ну и еще там что-то. Здесь приехали наши друзья. Я не знаю, что это за мост. Похож на газель. Не знаю. А, образник. Какие-то экстрим МТ Сильверстоун. Колеса. Сашка с горячего ключа. Все свои. Через 5 минут старт. И едем. Нива, кстати, и спереди на мосту. Забыл объяснить. Но тут похоже на УАЗ. В общем, сегодня будет интересно. Костян, ну давай. Да вот он, Санька, стоит. Кто ты, бля, а? Ой, кто это кричит? Кто ломается? Грибы с собой взял в сборе? Я грибы по 2 взял. Нормально, нормально. Все, дали старт. Пацаны рванули. Все погнали. Во, котлетосы наши. Это, кстати, патруль мосты. Клиренса мало, колеса нужны больше. В общем, мы погнали. Короче, 20 метров пути, УАЗик починили, Костян порвал морду, пытаемся вытянуть, если граната, то вот тут прям починимся и поедем дальше, если нет, то разворачиваемся и домой. Хэллоуин! Костян, а что, ну давай залебедимся, она сейчас... Разуешься, нет, надо дальше. Он меня не тянет. Почему? Копался. Пошел! Сейчас утонул. Колян, засними, что там пацаны на котлетах тоже рубятся. Они уже вытащили всех. И патрон на 40-х перед нами стоит. Помогай чуть-чуть. Колеса чуть вправо. Рано, все, рано.
Нет, сильно! Сильно! Расскажите свои впечатления. Так, пойдем к Костяну, узнаем, как у него дела. Костян, как дела? Отлично. Пойдет, да? Пошел в самую глубину. Зачем он туда пошел? Сейчас. Я ж никто не отсоединил. Ты, ну он же видел, что там машина стоит. Зачем он туда полез? Я говорю, я Дэну навязал, потому что я снять, она поняла. Проблем. Ага, пошла комментарий. Сейчас каждый друг другу подскажет, что делать. Вот, смотри. Так я не знаю, нахер он туда полез. Но видишь же, стоит машина там. Он в самую жопу полез. Смотри. А, он хочет его жопу вытащить, походу. Ты, короче, отвечаешь за свет, а я отвечаю за это. Так у него, ты видел, какие колеса? Он убил. Давай, давай, пускай, будь там с тобой. Первый путь. Да? Я за севую выключу. Все, я за ней, попробуй ехать на первой. Извини, да. У Костяна на бесте передний редуктор. Все. Кардан крутится, полуоси не крутятся ни одна. Если была бы граната, крутилась бы самая легкая граната, она не крутится. Мы сейчас пацанов пропускаем. Костяна на стропу на УАЗик. И домой бухать в баню. Пошли других поснимать. Да, я поснимаю, пойду. Вот вам и Хэллоуин. Патрол сидит хорошо. Шевики прошли. А что, у патруля вперед лебедки нет? Есть, не идет вперед. Вообще? А нахуй там.
охуехать. Пацаны на Нивах долбят. Отходи. А чё застряли-то? Чё такое? А, там тоже стоят. Пойду туда пройдусь. Ох, хорошее место. А мы через... Вот у нас выйдет видео, как мы брали точку. Этот же район, только вот эта дорога буквально 50 метров вправо. Там кайф сейчас. Там хорошо, спокойно. Уф. Ну, знаете, что я вам, ребята, скажу? Хорошо, что это произошло в начале маршрута. И неудивительно. У Костина была машина в одно время собрана. Если у него отлетел задний редуктор, должен был прийти и передний. Вот он и пришел на следующем боевом выезде. Тут пацаны тоже стоят. Хорошее место, хорошее. Котлеты с Сашкой приехали. Они помогают туда. Не, я понимаю. Они молодцы, кстати, они уже в машине только. Они, да, ну Саня для этого и приезжает, как правило. Все сидят. О, там пробочка, пойду туда гляну. Вот, дошел до... Почти организаторов, патрули. Сашка. Сашка вот еще с пацанчиком на котлете. Молодцы. Все стоят. Блин, я не знаю. Ну, в принципе, просто я считаю, пришло время. Тут вообще нормально. Просто... Просто неудача. Здравствуйте. Ух, там хорошо рубится. Блин, надо было пивка с собой взять. Уже все, можно булки расслабить. Сейчас там нас проедут два УАЗа, где мы стоим. И мы поедем домой. Кайфы. Ну, это лес, это Хэллоуин, это хард-маршрут. Мы, в принципе, на это и рассчитывали. Хочу заметить, мы отъехали, ну, вот, по-моему, метров 300 от старта. Ух, тут колея. Можно? Опачки. О, кто-то тут попытался, не прошел. И пошел вообще в кукурузу. А кукуруза тут знатная. Ну, это Ураловская. Да не, нормально тут УАЗик прошел. О! Бах, подтолкнул и толкает. На УАЗике так можно. Просто ударил, подтолкнул, говорит, надо ехать, пацаны. Пацаны поехали. Ох. Ребятки, мы сюда, я думаю, еще вернемся. Здравствуйте. Как тут у вас дела? Делаем так, чтобы вы проехали. А мы уже не проедем, мы уже порвались. На патроле, братан. А, ну патрол там один уже сидит? Не, наш стоит. Это хорошо. Хорошая речка, кстати, очень приятно. Ох ты!
Я даже не знаю, хорошо, что мы поломались или нет. Все, прилип. Назад? А что там, впереди далеко машины, не? Нет. Мы там это, дорогу открытую оставили. А. Организатор уехал, да? Он сзади. А, да. А, вы первые там? Да. Мы там перебрали еще, пока не уехали. А, все. Ну, короче, Рубилова тут основной, да? Да. И впереди. А, и впереди. Не, ну впереди. На самом деле, вы там доедете, там дальше вообще асфальт начнется. Они же писали, что вот это самое начали, такое. Да? Да. Там дальше кайф. Да. То есть дальше, по-моему, такого не будет. Я в воскресенье пол маршрута проезжал, но я не по этой дороге проезжал, она буквально в 50 метрах тут. Там вообще хорошо. Но, да, но еще знаешь что, я до дождя проезжал. А потом-то на неделе дождь пошел. Так. Военные мосты, 36-е колеса, нарезка. Блокировки есть? Нету, блокировок нету. Оп. Все, чуть-чуть сдернули. Ну, вот здесь еще сейчас будет одно место такое интересное. Все, там получается две или три машины уехали. Ну, сейчас будет выезжать. Парень вообще отчаянный. Давай. Хочет выехать из колеи и поехать по бровке. Извините, ребята, пар. В ночное время снимать намного тяжелее. Выехал, красавчик. Что дальше? Выехал. А, там объездка. Там объездка имеется. Объехал. Ну, хорошо. Посмотрим, что будут дальше делать, парни. Не, кто-то верит. На том же месте. Проблема в том, что лебедится только либо за кусты. Все, ну, парни назад дергаются и также на объездную, скорее всего, выходить будут. Я пойду посмотрю, что там в тех колеях творится. Буханочка. На тракторах. Там ждут. Пацаны, тормозите их, они назад будут ехать. Ох, хорошая там. О, подсвечивают. Благодарочка. Вот такие тут колеи, жижи. Назад дергают. Хорошо прилип.
Все, прилип так прилип. Сейчас будут вперед лебедить. Ладно, пойду там посмотрю, как там пацаны борются. Интересно. Так, тут хорошее место. Диагоналочка. Все сидят, все ждут. Это надолго. Я говорил, что будут пробки. О, тут тоже сидят. О, хорошо хоть. О, пацаны, если что, пенек есть хороший. Ну да, он прям в нужном месте стоит. Как будто его вколотили туда. Короче, все ломают. Ну вот, то есть, собственно, ехать по факту там 10-15 километров. Мы не можем проехать километр. Да даже меньше километра. Все стоят, все ждут. Ой, дайте пройти. Далеко я ушел, кстати. Вот там стоят, дальше все там, в принципе, понятно. Это еще тут часа на два у людей. Потому что там эти колеи будут все, абсолютно все лебедиться. Потому что все копают, все разрывают. Вот, цельнометаллический УАЗ. Парни, что, как дела? Да? Фух. Да можете глушиться там надолго еще. Там, ну, все стоят там потихоньку, в одних местах рубят. Так. Наша задача достать Костина. Нива на патрол мостах. О, Сашка. Санечек, где Санечек? Пацаны, удачи вам, успехов. Там 38-е сидят, там колея. Нет, вот за поворотом метров 30-40. Смотрите, там после ручья сразу, когда проедете. А я схожу сейчас после. Там сразу влево можно пытаться уехать. Там, ну, это увидите, накатано. Уже право, там две промоины. Надо влево уходить, и там объездочка. Это сразу после ручья. Да, давай. А, вот еще один патрол. Я думал, этот. Оп. Так, нивки едут. У нивок все хорошо. Поярче. И пойдем. Это вы понимаете, чтобы я прошел, получается, блин, ну метров 500, наверное. И вот настолько колонна растянута, и везде стоят люди. И везде, в смысле, застрял. Ух, тут кто-то тащился хорошо. Может, я так вот по грибу и пойду. Опачки, да. Кто-то шел, и я так пойду. Потому что тут ровно. Увы, увы. Видос будет у нас коротенький, неполноценный. К сожалению, до перевала, до... хребта Пшаф, по-моему, так он называется, мы не доехали. Ну, в принципе, организаторы и предупреждали, что в самом начале будет хорошо, потом будет красиво. Вот хорошо мы не проехали. Ну что нам это дает стимул проехать в следующий раз? Кстати, вейдерсы топ. Если бы я был в сапогах, я бы помирал. Ну, давайте посмотрим. Еще один участник. Это, по-моему... не едет.
патрол, что ли. УАЗики подбираются, да, еще один патрол. Патролов уже длинных три получается. Ну, сафари это, да, патролы, сафари. Я в них не силен. Еще одна котлета. Прошел он это место, пацаны там рубятся. Ехать им еще долго. И упорно. Парни проехали. В принципе, оп, теперь можно разворачивать ко стенам. Пошел, пошел, пошел в натяг, пошел, красавчик, соколик. Ох, провалился. Идет, 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 рубится. Потухает. Вылез, вылез, вылез. Все, отлично. Хороший. Хороший маршрут. Боевой. Грязевой. Все, пацаны меня ждут. В общем, что, ребятки? Сейчас еще запишем, наверное, послесловие Костина. Он расстроен, я знаю, он очень сильно ждал Хэллоуин. Это, можно сказать, его оффроудный день рождения. Он с этого начал. Он хотел это отметить очень сильно. Но судьба злодейка, техника, Нива, все дела. УАЗик себя, к сожалению, пока... Ну, особо не проявил, потому что мы особо не ехали, но там бы мы дальше сидели, лебедились и так далее. Все. Костян верит, что у него граната отхлебнула. И хочет починиться. Я в это не верю. Нам оно все трудно. Чуть справа колеса, дай. Еще, все. Включи нейтралку. А, ну все. Это редуктор. У нее колесо бы крутилось тогда. Это правый внутренний, скорее всего. Либо редуктор. Тут крутится. Блять. А ну, а посвети с фонариком сюда. Сюда мне. Стой. Подожди. Полуось, видишь, крутится. Да, да, да. То есть внутрянка все, с гранатой нормально. А ну. Вот идти так лагерь. А ну-ка. Да, вижу. Крутится. Все это внутри что-то. В редукторе, да? Да, да, да. Все, Костян, опускай. Все. Домой.